Видео про коня необыкновенного, а волшебного. На самом деле про нашу рабочую лошадку. Абсолютно. Сегодня приехала забрать ее на ТО, отвезти, а выяснилось, что у нее еще и колесо переднее спущено, поэтому сейчас мы доехали туда с соседей с шиномонтажом. Он, правда, закрыт, но нужно звонить до хозяина, он обещал сейчас подъехать. Ну, вот. Сначала надо будет починить колесо. Что случилось? Сама трапеция, к чему стекло крепится? Могу сказать, что это крепить. Ездить можно, но будет попал тоже. Не отвалится обратно, как в прошлый раз? Ну, не должно, я протянул. Ну, в прошлый раз оно просто у меня туда чпок и провалилось в какой-то момент. Расскажи мне про коня, про моего. Давай я вас снимаю. Он еще поездит. Что с конем? Ну, поездит, но что меняли? Я не вспомнил. Слушай, было, этот Грэм меняли? Конечно. Да, ГРМ, масло в коробке, масло в раздатке, передний и задний мост, все фильтры, воздушно-салонные масляные. Ремень приводной, ролик приводного ремня. Ну и там. У тебя список есть. Понятно. Но бегать еще будет. Еще поедет. Еще поедет. Ну, вот оно, мальчик. Работяжка. Фотографии. Чего есть? Есть фотографии. Ну вот видишь, будет еще и видео. Вот. Мы уехали, но вернулись. Потому что у нас сломался мотор печки. Ну, это не страшно, в общем-то, поменяли. Сейчас поедем еще раз. Короче, налечили мы машинку. На вот такую вот сумму. Ну, на самом деле, будем сейчас снимать машинки. Пробег тоже совсем не детский. Да, и остался гореть датчик АБС. Ребята сказали, что проблема с задним датчиком. Вот. Ну, типа, можно поменять датчики, но, типа, дорого и не очень надо. Все работает, все остальное не проверено. То есть ошибками на сам датчик выдает. Вот. Вот такая вот, короче, история. Но, на самом деле, в любом случае, эта машина дешевле, чем наш предыдущий автомобиль по обслуживанию, потому что она меньше ездит, это дизель. Вот. И, честно говоря, да, с УАЗиком у нас очень дорого получилось по ремонту. Ой, по ремонту, по топливу. Вот. Хотя по ремонту тоже. Здесь он уже развалился. Это ТО-90, то есть это очень большое. Это не поломка никакая. Поломка здесь одна небольшая была. Это у нас моторчик сдох. Вот отопителя салона. А так это ТО-90, то есть штатные замены все, вот всего. Вот, просто действительно большой тех, ну, большие замены. А ну еще, да, я попросила бак почистить топливный. Ребята сначала его не снимали, я говорю, давайте снимем. Тем более, что всего 4000, а машина набегала. Говорят, что типа воды не было, но этот, ситечки были очень сильно забитые все. Ну вот, так что, короче, вот так вот. Вот, конь классный, конь еще живой, конь еще побегает, конечно, сильно мной ушатанный, вот, надо, кстати, поменять ветровое стекло тоже, вот, видите, как вот тут камушки поймали, но при этом работу свою делает, груза таскает, корма для псиц таскает, вон, маленького Даньку тоже таскает, да, Данька? Да, ездил сегодня? Да. Вот, таскает. Так что ничего, поживем, поработаем. Тьфу-тьфу-тьфу, машинка еще побегает, будем надеяться. Ну, а я говорю, если будет там что-то с ходовой менять, то уже будем менять на большие колеса и делать все такое. Др-др-др вездеходное. А, ну да, я хочу компьютер поменять. Тут магнитола стоит. А надо комп все-таки вернуть, потому что камера задняя пускай будет. Ну, со временем, пока денежек нет. Вот, такая вот у нас сегодня мероприятие, не связанное с животными, но связанное с работой фонда напрямую.